взрослым о важном. Международный день защиты детей на телерадиоканале «Страна-ФМ». Анастасия Тужилина. 9 лет. Я мечтаю о том, чтобы у меня был младший братик или сестра. Также я хочу, чтобы мне каждую пятницу был день рождения. А также я хочу летом полететь в Китай. И хочу, чтобы все люди были добрыми и одноклассники никогда не дрались. И я хочу, чтобы все родители были ласковые, добрые и никогда не ругали своих детей. Обязательно мечтайте и верьте в свою мечту. Взрослым о важном.